Благодаря летописям и запискам из прошлого, сегодня мы можем поговорить о том, что было 10, 100 и даже 500 лет тому назад. Причем это касается не только важных исторических событий, но и вас самих. Наверняка вы когда-нибудь задавались вопросом о том, кто были ваши предки. И благодаря книге «История тебя. Краткое руководство по генеалогии» вы, наконец, сможете ответить на этот вопрос. Этот справочник в простой и понятной форме дает гайд по исследованию истории вашей семьи. С ним вы легко узнаете все о своих предках и поймете, как связаны прошлое вашего рода с его будущим. Приобрести «Краткое руководство по генеалогии» вы можете прямо сейчас в интернет-магазине «Читай город». Помимо этого, там огромный ассортимент товаров, удобная доставка по всей России и возможность получить книгу в числе первых, оформляя предзаказ. В «Читай городе» регулярно проходят акции, которые вы можете найти в соответствующем разделе, а еще в интернет-магазине удобная и выгодная программа лояльности, которая может позволить вам сэкономить и приобрести книги с выгодой. А специально для вас у нас есть промокод «История20», по которому вы можете получить скидку 20% на все книги, включая «Краткое руководство по генеалогии», кроме предзаказа. Промокод будет активен до 20 января, поэтому скорее переходите по ссылочке в описании и узнайте все об истории своих предков. Homo sapiens живут на Земле крошечный промежуток времени. Настолько крошечный, что даже если бы история современного человека была длиннее в 100 раз, она все равно началась бы спустя аж 35 миллионов лет после вымирания динозавров. И это мы считаем самые смелые оценки, согласно которым первые Homo sapiens появились в Африке 300 тысяч лет назад. Чтобы эволюционировать в любителей аниме и Фортнайта, род Homo прошел длинный путь, за время которого по Земле успели погулять и полностью исчезнуть другие версии человека. О популярных неандертальцах вы наверняка наслышаны, но были и другие. Прежде чем мы о них поговорим, стоит освежить в памяти наше с вами родовое древо. В упрощенном виде сначала это крошечные, похожие на мышей млекопитающие, потом обезьяны, потом человек прямоходящий, а потом, собственно, Homo sapiens. В реальности наше с вами родовое древо гораздо сложнее и до сих пор является предметом споров. Так, к примеру, древнейшим плацентарным млекопитающим, рождающим детенышей плюс-минус в стиле современных людей и прочих млекопитающих, сейчас считается Juramaia sinensis. Крошечное создание, похожее на крысу, бегало по территории нынешнего Китая не 30, не 60 и даже не 100 миллионов лет назад. Возраст находки в журнале Nature оценили аж в 160 миллионов лет. На секунду это делает крыску даже по самым скромным оценкам на 70 миллионов лет старше тираннозавра. Так что история нашего вида началась чуть ли не одновременно с эпохой динозавров. Ну и как следствие, фраза о том, что человек произошел от крысы, а не от обезьяны, начинает иметь смысл. Правда, стоит помнить, что крысой в современном понимании Juramaia sinensis определенно не было. Дальше еще интересней. Традиционно считается, что пути крыс и обезьян разошлись на зверушке по имени Пургаториус. Она появилась где-то 66 миллионов лет назад, успела повидать динозавров и сейчас числится древнейшим приматоподобным существом. Потом был невероятный Ахицебус, первая настоящая обезьянка, живущая на деревьях. Ее возраст 55 миллионов лет, и это уже вполне себе современно выглядящий примат, помести которого в современный зоопарк и никто бы не заметил. Тут пути предков людей и крыс окончательно разошлись, а чуть позже потихоньку начали расходиться и пути разных ветвей развития приматов. Сначала на полуобезьян и обезьян. Название первого подотряда может показаться оскорбительным, но на деле полуобезьяны спокойно себе дожили до современности. Это, к примеру, всеми любимые лемуры. Но нас интересуют, разумеется, человекообразные обезьяны. Их общим предком долгое время считался красавец Проконсул, живший где-то 18 миллионов лет назад. Сейчас его титул оспаривается, однако нам важно то, что на этом этапе мы сталкиваемся с первой из интересных вымерших ветвей развития человека. Спустя десяток эволюционных витков из проконсула появился современный человек. Но была и параллельная ветвь, и это гигантопитеки. Они являются вполне себе человекообразными обезьянами, вымершими буквально 100 тысяч лет назад. По оценкам специалистов, вымахивали крохотусики до 4 метров и весили полтонны. Объем мозга гигантопитеков был заметно больше, чем у горилл. На секундочку, это помещает ребят в одну весовую категорию с пятикантропами, которые академиками, разумеется, не были, но в нас с вами такие эволюционировали. Самая умная горилла Коко говорила на языке жестов
и понимала 2000 английских слов. И можно смело предполагать, что потенциал у гиганта питеков был не хуже. Всем известный Станислав Дробышевский даже выдвигал предположение о том, что в некоторых раскопках находят, ну уж очень большие орудия труда, которые нашим с вами предкам были не по размерам. Достоверно нельзя исключать теорию о том, что гигантопитеки в свое время таки освоили некоторые орудия труда, но по не до конца ясным причинам вымерли, оставив нам после себя лишь родственников в лице современных орангутанов, которые, если что, многими учеными считаются умнейшими животными после человека. Ну а мы едем дальше и поговорим о нашем следующем предке. Это австралопитеки, появившиеся около 4 миллионов лет назад. Спустя 2 миллиона лет от них отделился род Homo, а вместе с ним и Paranthropus robustus, ну или массивный парантроп. Это все еще очень похожий на обезьяну, красавец с плоским и даже немного вогнутым черепом. Свысока на него смотреть не стоит, наши предки недалеко ушли. Да и ступня парантропа массивного была похожа на человеческую. Также ребята успешно осваивали костяные орудия, ходили на двух ногах и, как и мы, были всеядными, а еще здоровыми, правда не такими здоровыми, как другое ответвление австралопитеков – парантропы Бойса. При росте в 1,5 метра они могли весить до 90 килограммов и имели огромные челюсти, в остальном не особо отличаясь от описанных ранее парантропов. И те, как мы уже упоминали, вымерли. Этот раунд игры в эволюцию остался за родом Homo. Казалось бы, дело было 2 миллиона лет назад, и дальнейшая история нашего вида должна быть жутко скучной. Но на деле с этого момента начался настоящий боевик. На один сохранившийся до современности вид человека разумного приходится аж 16 вымерших. Самых популярных неандертальцев мы упоминать не будем. Хочется изюминки, и ее легко предоставит человек флорисский. Действительно уникальная параллельная ветвь развития. Хотя бы потому, что это самые настоящие хоббиты из «Властелина колец», но по версии реального мира. Они даже жили в пещерах, наиболее изученной из которых является Лян Боа на острове Флорес. Там нашли сразу 16 останков людей данного вида. Лян Боа 1, самый сохранившийся, представляет из себя красавца, ростом в 1 метр 4 сантиметра и весом где-то 25 килограммов. Будучи при этом взрослой особью. Мозг буквально 400 кубических сантиметров, что меньше, чем у современного шимпанзе. Но не переживайте, ведь с точки зрения эволюции меньше не значит хуже. У нас с вами мозги сейчас даже меньше, чем у первых представителей Homo sapiens. Но глупее мы от этого не стали. По крайней мере, не все. Когда Лян Боа 1 нашли, среди антропологов начался сущий ад. Кто-то заявил, что это просто больной представитель Homo sapiens с врожденным заболеванием. Кто-то громогласно анонсировал абсолютно идентичных современному человеку хоббитов. Ну а кто-то обратил внимание на то, что на этом же острове Флорес были найдены останки крошечного слона. То есть миниатюрность может быть фишкой, связанной с изолированностью местной фауны от цивилизации. Так или иначе, орудия труда эти крохотусики освоили на отлично. Скорее всего, могли общаться. А вымерли, по некоторым оценкам, всего-то 50 тысяч лет назад. Чуть ли не позже неандертальцев. Еще один наш вымерший родственник – это денисовский человек. История этого вида так запутана, что без агента в Скале и Малдера в ней, кажется, так никто и никогда и не разберется. Если вкратце, в Китае и в СССР в 80-х нашли несколько останков, которые никак не подходят неандертальцам, никому-либо еще. Вот и решили выделить людей, найденных в Денисовой пещере, в отдельный подвид. Если точнее, не людей, а буквально пару-тройку зубов и фалангу пальца. Других останков денисовцев почти не имеется. Но благодаря исследованиям ДНК ученые четко заявляют, что найденные крохи принадлежат совсем другой ветви развития человека. Более того, отличие неандертальца от нас с вами оценивается в 202 нуклеотида. В то время как денисовцев 385. То есть это были еще более непохожие на нас родственники, большая часть истории которых пока покрыта тайной. Дальше больше. Все вы в курсе, что современные люди носят в себе от 1 до 4% ДНК неандертальцев, в зависимости от региона. Оно и понятно, в пещерах бывает холодно и прижаться хочется хоть кому-то. Только вот у современных меланезийцев в ДНК найдены аж 6% следов денисовцев. То есть, либо денисовцы жили на большей территории Евразии, либо каким-то образом через их пещеру на Алтае проследовал отряд Homo sapiens, устроил там бурную вечеринку со спарри,
заболеванием и отправился дальше в Юго-Восточную Азию. В любом из случаев наследили денисовцы в каком-то смысле не меньше, чем неандертальцы. И тем парадоксальнее то, что вменяемых останков археологи так и не нашли. Короче, вызывайте Скалли и Малдера. Ну а мы вернемся к хоббитам. Буквально недавно, в 2019-м, в их полку официально прибыло. За 12 лет до этого в пещере Каллао на Филиппинах нашли очередную странную кость. Она вроде как человеческая и даже относительно современная, но очень маленькая. Вычислили, что женщина, которой она принадлежала, ростом была где-то 1,30 м во взрослом возрасте. Громких заявлений делать не стали и продолжили искать. В 2011-м нашли пару клыков, в 2015-м бедренную кость, фалангу и целую стопу. Это уже больше, чем у денисовского человека. Вот решили ученые, что как-то несподручно оставлять подобное без внимания. Так, список параллельных ветвей развития человека пополнился Homo luzonensis, также известным как «человек из Каллао». С ним пока все очень мутно, но достоверно известно, что жили ребята буквально 40-60 тысяч лет назад. Дружили с орудиями труда и даже помаленьку охотились. Ну а завершим выпуск старым добрым синантропом. Это достаточно древняя ветвь развития Homo. Найденные в Пекине останки датируют в 750 тысяч лет. Но тем интереснее то, что объем мозга ребят составлял больше 1000 кубических сантиметров. Это позволило им использовать останки животных не только в качестве орудий труда, но и в качестве полноценной одежды. Также некоторые ученые считают, что синантропы освоили огонь. Правда, есть и обратная сторона. Поврежденные останки некоторых особей недвусмысленно заставили ученых думать, что эти древние люди не брезговали закусить павшим товарищам. А может, даже и не павшим. А может быть, даже охотились на себе подобных, как на добычу. В общем, с синантропом ситуация тоже загадочная. Некоторые считают их прямыми предками современной монголоидной расы, но большинство ученых все же называет синантропов тупиковой ветвью развития человека, недвусмысленно намекая на то, что Homo sapiens вышли из Африки чуть больше сотни тысяч лет назад, и для формирования монголоидной расы не нужно копать так далеко. Тем более, что других проблем в археологии достаточно. Как вы теперь понимаете, эволюция человека шла совсем не по рельсам. Это сложнейший, продолжительный и тяжелый процесс, который сопровождался кучей нюансов. Десятки тупиковых ветвей развития человека вымерли, и нет сомнений, что еще десятки ждут своего часа, чтобы быть открытыми. Каждый новый прорыв, вроде находки денисовцев, вместо ответов на вопросы, ставит еще больше вопросов. Поэтому почтим уважаемых антропологов взглядом уважения за их тяжелый и неблагодарный труд. И будем пристально следить за тем, куда он приведет. До новых встреч, друзья!